Всем здорово, с вами Сергей Пушков, и я продолжаю проходить игру, которая называется Man of Medan, или Человек Времени. Продолжаем мы с этого момента, когда мы зашли на корабль, я записываю опять две серии подряд. Вот так, так что, ну так получилось, не заработала мышь в эти секунды, я не знаю, может это защита от паузы, типа никогда больше не делай паузу, а то все, будешь думать очень быстро в следующий раз, я в следующий раз и больше паузу вот так... Нажимать без надобности не буду, но его еще мышь пропадет, мы все умрем, не надо, так что продолжаем. Нет уж, спасибо. В этот корабль приплыли, любимый, из первой серии. Так все, знаете, так все заржавело, но корабль не затонул, и все прям держится, прям идеально. А, вперед шевелись. Только, блин, Конрад с поломанной ногой, ну не с поломанной. Да здесь просто гребаное кладбище. А я туда пошел, все. Хотя нет, а можно рухнуть тихо назад. Вы все? Да. Да подожди, я еле хромать. Что ты там говоришь? Еще все может даже хорошо. Так. Опа! А что-то упало. Браслетик? Так, только вот мне не нравится галя. Рыбака вообще не смущает, да, ничего? О-о-о. Побежали, пускай рыбака сожрут первыми, ясно. Все, побежали, побежали, шифтуй, шифтуй. Я не подписывалась на этот ужас. Да-да, а можно изучить от имени Конрада. Нет, нельзя, еще вот этот, блин, помыкает нами. Козел, закройся от него. Тихо-тихо, ты ж не расхаживай так быстро. А нет, тут бац, дверь. К цепи подошли. А крестик! Крестик, крестик этого радиста, радиста, которого, ну, крестик, ну, не спас. Почему бы нам отсюда не свалить? Не хочу я на этот корабль. Тут где-то точно секреты есть. Заткнись, идем дальше. Миллер. Пшел! Ты ч... Козел. Козел, я секреты ищу, понял меня? Будешь мной тут помыкать. Ты мне ногу прострелил, я тебя вообще пореша. Так, шкафчик. Шкафчик, ладно. Ты чё ты прям за... Ботинки! Ботинки, 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 ботин... Дай ботинки изучить. Ай... Не, ну это козлина, конечно, конкретный, все, я... Он такой, знаете, прям смелый, иди, иди, как будто он сам знает, что тут на корабле произошло, что он там сам на корабле тут жил, отдыхал, служил и прям знает весь его план. А, черт, что это? А что это? Черт! А крысы, крысы живы, представляете? Записка. Только попробуй меня выронить. Internal Memorandum. Завтра ты занимаешь Паттерсона в карауле. Он снова заболел по случайному совпадению в отсеке 3А. Первый вакт 0.00. Смотри график. Уильям Форд. АМС. Я прочитал это быстро, потому что я думал, что это сломает мне руку. А, мы даже себе в карман взяли? О. Это хорошо. А чё вы все встали? Ждете, пока я дойду? Хромой. Я хромой. Ольсон! Ольсон, здесь дверь. Ладно. Марш в каюту. Не, он как будто здесь реально служил, прям выжил после этого газа. И теперь помыкает всеми маленькими искателями приключений. А вот сейчас начинается квест, выйди отсюда из ржавого. Эй, тут совсем темно. Дай фонарик. Может, дать им что-нибудь? Спасибо. О, пожалуйста, спасибо.
Так, ну лампу, чем нам поджечь лампу? У нас нет зажигалки. Есть? Так, лампа есть. Лампа, фонарь. Так, ну, у нас сейчас отряд. Один хромой. Две девки. Брэд вообще пропал на корабле. Черт возьми, что это за место? Видение не сработало. Покинутый корабль, эти недоумки вроде испугались. Но этого? Согласно нашим наблюдениям, это... Получим достижение. Корабль. Если ты не против, я тем более. Поэтому рискну предположить, что это заброшенный корабль. Да ты прям гений. Книгу потом напишешь? Да ладно, Флис, полегче. Да, мы все в одной западне, надо думать коллективно, не ссориться. Нельзя просто сидеть. Нужен план. Изучить весь мне кабинет, кажется, всю каюту. Мне кажется, мы сейчас не в том положении, чтобы хоть как-то трепыхаться. Как только они расслабятся, надо этим пользоваться и валить с корабля. Это да. Здесь опасно, меня ранили. Не, ну да, меня ранили, это все знают. Корыто в любую минуту может пойти ко дну. Мы уже пытались сбежать, и, по-моему, ни хрена не вышло. Ну так получилось, надо вернуться, извините. И найти Брэда. Это да. Что с ним? Без понятия. У них крышка трамблера. Без нее мы никуда не уплывем. Заменить ее, что это такое? Ну я не знаю, что это такое, давайте заменить ее. А мы можем? Типа, заменить ее. Крышку трамблера так не заменишь. Эти сволочи наверняка хорошо знали, что делали. У них какой-то пока реально план по капкам. Пока золото или что еще там они рассчитывают найти на этом плавучем гробу, нам надо придумать, как отсюда свалить. А реально, надо обыскать сейчас всю каюту. Плиз, я хотел сказать, я, наверное, все неправильно понял. Не поняла. В общем, я... Я... Несколько поторопился с выводами. Решил, что ты типа заодно с этими уродами. Не, и надо там... вот сейчас всем пометиться. Дураку ясно, что это не так. Они обошлись с тобой ничуть не лучше, так что... Да. Хочешь, переведу? Он извиняется. Ну, я... Ладно, извинения типа приняты. Ну все, коллектив в мире, окей. Можно теперь всем и думать, наконец-то. Окей. Так, я играю за хромого Конрада. Газетка того что времени... Случилось? Что случилось? American Overseas. Жестокое убийство 1947-го. Археологи пропали в Ираке. 24 британских археолога пропали без вести в Ираке в горах Загрос. Экспедиция Что это за фамилия? Ходжсона прибыла в королевство в сентябре прошлого года для поиска. Когда мы сказали тебе, что будет небольшое приключение? Там было что-то мелким шрифтом? Так нам ждать так. Детализированный счет за все эти... А? Тянем. Тянем. Вентиляция! Посмотрите, я вентиляцию нашел. Я тут кое-что нашел. Вот так вот внезапно взял, нашел вентиляцию. Молодцы, солдаты. Давай. Сука! Так. Я попробую. Надо какой-то инструмент найти пока что. Пока что найти какой-нибудь инструмент, чтобы это как-то подбить. Что это очки? Очень, очень жутко. Ну да, ржавые очки это не к добру. Давай повернем. Там нет ни какой-нибудь надписи, инициалов там. Так, ладно. Вот тут еще какая-то бумажка. Картина, подождите, картина. Картина, она нам даст видение. Тут написано S, еще что-то. Непонятно. Так. Теперь давай вот это письмо изучим. Мне так страшно. Мисс Джи Ривера, Локвуд Драйв, Кресет Спрингс, Цинциннати, штат Кентукки. Привет, кука, я так по тебе скучаю, мне еще 3 месяца до отпуска. Я сразу же отправлюсь прямиком в твои объятия. 3 месяца? Я был с ребятами в увольнении на берег, выпил там немножко пива. Но ты не волнуйся, я думаю только о тебе, если понимаешь, о чем я. Как там, ребята? Надеюсь, твой босс тебя не донимает. Я знаю, что ты можешь о себе позаботиться, но все равно жаль, что я далеко и не могу тебя защитить. Угу. Так. Ну оно еще блестит, понимаете? Оно еще блестит. Будто эти очки надо надеть и увидеть каких-то призраков. Я даже не знаю. К-
Как-то оно опять повторно светится, это как-то неправильно. Если оно повторно светится, то это да. Так, я как-то в упор не вижу чего-то стоящего. Так, сюда. Ящички обсмотреть. Так, что-то еще тут можно изучить или можно постучаться? Я смотрю, машина отделения. Дэнни, ты обыщи трюмы. Грузовые трюмы, ты серьезно? Ты их видел? Олсен, там все на соплях держится. У меня инструментов нет, чтобы там ходить. Делай, что говорят. Козел. Что? Что ты сказал? Ничего. Сволочь. Все, хватит. Заткнись, Джуниор. Вы тут и следи за заключенными. Заключенными? У нас тут тюрьма? Чудесно. Мы скоро разбогатеем, если заткнетесь, будете делать, что скажу. Что-то здесь не так. Не знаю, странное какое-то место. Олсен, мы должны были их просто ограбить. Тебя заткнули на этом ржавом корабле, пропахшем смертью. Еще и заключенными. Как-то все далеко зашло. Заткнитесь! Заткнитесь оба! Я ваш капитан, вот и слушайтесь моих приказов. Все, да? Ну, как-то успехов никаких у нас происходит. Ну, как-то Алекс уже долго копается, давай помогу. Не могу открыть. Давай, ногой, хромой. Сюда. Давайте хромой ногой откроем. Попробуем ее вскрыть и вылезти. Стоп, стоп, стоп. Мы не знаем, куда ведет эта шахта. Ну, лучше, чем тут сидеть. Вот и выясним, хуже нам не будет. Вот и выясним. Ага, вот заодно мы и выяснили. Мне выбить решетку? Ну, конечно. Альфа-самец. Но это будет громко. Отвлечь. Будет шумно. Ну да. Да, ладно. Конрад, за дело. А, я отвлекаю. Хромой всех отвлекает и развлекает. Подпереть, отвлечь. Не, ну давайте отвлечь все-таки. План же ж такой, а не подпереть тогда. Эй! Да, вы, Джон и Сильвер Хреновы! Чем вы там занимаетесь? Разрази меня гром, уродовым! Подноногим! Да, вы! Я сейчас подшибаю ваших пиратских попугаев и сварю из них разноцветный суп! Предупреждаю! Я гражданин Америки! Он нашел фастфуд. Мой президент явился вас арестовывать! Он ведь придет за каждым! Все, Конрад, хватит. А, или сейчас Конрада схватят. Скорее. Так, я готов жать, 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 жать должен. Подвинуть. Все, подвинули. Он так и не поймет, что тут было. Все, гениально сработали, побежали. Главное, мышь сработала. Мышь сработала, это главное. А вот сейчас хоррор начинается. Конрад, верхняя мы палуба. Надо идти. О, какая тут у нас морячка. А здесь уютненько. Пошли. Тут наверняка есть лестница. Ну да. На то он и кораблик. Так, ну пошли. Давайте в кают зайдем по приколу, ну, чтобы весело было. О, заодно и бумажки почитаем. Найден секрет. Вот это да. Расписание караулом. Всем членам экипажа правил неочередных караульных нарядов. В связи с особым мерами безопасности на этом задании солдаты, несущие караул, должны соблюдать дополнительные правила. Удвоить охрану на всех постах во все смены, не разговаривать, не играть, не курить, не употреблять алкоголь, не делать ставки. Караульные, увлеченные нарушением любого из этих правил, будут подвергнуться самым суровым наказаниям вплоть до военного трибунала. Приказ капитана Форда. Парни в 3А, никого не пускать, серьезно никого. Я нашел секрет. Секрет — это круто, заходить не буду, мышь сломается. Я не знаю, почему так. Но это, видно, не сама моя мышь, а внутри игры вот так вот произошло. Так, давайте еще вот сюда зайдем.
Опа. Ай-яй-яй, не надо. Очень страшно, а мы одни. Так. Угу. Вот сейчас тут, наверное, скелет, труп, там, я не знаю. Раскрыта тайна вонючих носков и грязных трусов. Да, вот сейчас тут скримеры где-то будут. Ай-яй-яй, вот в бочку тут точно лезть не надо. Ай-яй-яй, зачем я вообще это открыл? Можно же было идти не открывать. Давай тут пройдем, или тут нельзя пройти? Тут именно чисто через право пройти. А, да, чисто через право, ай-яй-яй. А я не хочу пугаться, если честно, у меня уже ночь глубокая. Ну, как бы так, ну не глубокая, ну... Ночь... А-а-а! Ай-яй-яй, вот тут сейчас... Ой! А-а-а, я ждал и все равно испугался. Ой, как меня сейчас дернуло, конкретно я отлетел на 1.5 метра во все стороны. Ай-яй-яй-яй-яй. Вроде мышь, что тут такого, мышь просто. В итоге я даже секрет не нашел, пошли отсюда. Так, я потихонечку отсюда, иди быстрее, пока тут мыши какие-то трупы меня не нашли, живы. Выходи. А главное, все от меня так оторвались. Прям хромого не жалко. Так, вот тут нет секретика за дверью? Нет, ну пошли. Где все, алло? Интересно, куда все подевались? Тут должны быть десятки людей. Сотни. Как они могли исчезнуть? Можно еще в каюту закрыть, зайти. Что-то не сходится. Ну давайте еще раз сходим. Все-таки мы секреты ищем, все-таки мы хотим хороший конец. Опа, план. А где же стрелочка? Вы здесь? Ну тут как-то, ну да. Скример? Нету. Ай-яй-яй! Беги отсюда, беги, все. Да. А вот тут что, можно еще пройти? Ай-яй-яй. Зачем они сделали... Так оттуда... Оттуда свет идет. Ты что туда не заходишь? Подожди. Зайди. А он туда не заходит? Это какой-то баг, наверное. Ладно, пошли вперед. Я просто не могу в это поверить. Куда подевался Брэд? Брэд в кораблике отдыхает. На дюке? Ну да. Я знаю не больше тебя. Вот тут есть секреты. Тихо, главное бы еще отсюда не упасть. Ой, вижу, что-то блестит. Скример. Сейчас что-то пробежит. Какое что-то все огромное. Сейчас пробежит что-то сзади, со спины. Удатит меня по голове. Я уже мыши испугался больше, чем всего на свете. Вот зачем я согласился играть в хоррор? Ай-яй-яй. Что здесь такое? Машинный зал? Ну? Так. Есть тут что полезное? Нам нужна крышка трамблера, чтобы отсюда выбраться. А, крышку трамблера надо. А, вот и вы. А я пока один секрет нашел. Привет! Все, шепот пошел. Слышали? Аригато, аригато. А ты не слышишь? Шепот. Ну все. Ничего я не слышу. По-моему, это старая развалина. Все, за нами придет видение, у нас сердце становится, как у нашего... Так, сестра, ты за мной? Пошли. Замечательно. Куда они все подевались? Может, они прячутся в трюме, хотят устроить нам так. Сюрприз? Ну, действительно. Что это? Это кусочек чего-то. Череп маленький. Череп маленький. Крыса только может быть. Это может быть только крыса. Так, шкафчики обыскать, чтобы труп выскочил. Книжка. Книжка, оттуда могут вылезти муравьи сейчас. Спокойно. А еще можно открыть старую картинку. А ты, мы ее открывать не будем. А нет, будем. Капитан запретил пить аж до конца плавания. Натрезвывают голову, сразу понятно, до чего на корабле тихо. Ну там подрались эти два дебила, Уилсон и Андерсон, в плавании на... Но Феррис сразу же все присек, и с тех пор тут тихо, как в церкви. А, Джо и Чарли, точно. Побалакал с парнем, который помогал грузить корабль. Он сказал, что, среди прочего, там была куча гробов. Ну и чё, вроде как. Действительно, ну и чё, вроде как. Но он сказал, что там один малый следил, чтобы все гробы грузили строго в один отсек. Чтобы только так, о простых вояках так не заботятся. Я вот теперь думаю, кто мог в тех ящиках быть? Пятница 13-е. О, ясно, все случилось в пятницу 13-е.
Перес пока сказал, один из ребят наделал самогон, еще неправильно написано, самогон из припасов, которые они натытили. В 6 часов надо с ними встретиться, заценить, чего там. Самогон получил... Самогон — это фигня, в общем, полная. Перес сказал, что за 4 кружки окосел, но я сказал, что он гонит. Это ж просто мутная водичка. Суббота 14. Я слышу, как один малый говорил, что смог посмотреть на эти ящики. Надо его найти, узнать, что он видел. Может, он мне поможет поглядеть. Все заметано, он уверен, что может туда меня провести сегодня ночью, мы туда посмотрим. Так, давайте все-таки изучим историю полностью. Все обломалось, малый, который хотел мне помочь, слег в лазарет. Док Финли думает, что он сочкует. Может, так оно и есть, но Миллер говорит другое, мол, с тем местом что-то неладно. Не знаю, о чем это, но он тот еще тип. Не хотелось бы вместе с ним влипнуть, я так скажу. Вторник, 17-е. Перес говорит, ребята нагнали еще самогона. Если честно, в лом идти и пробовать. Но о чем еще заниматься? Чем еще заниматься? Новости. Новая партия вышла хуже предыдущей. Чтоб я еще раз шел к этому тупому Пересу. Суббота, 21-е. Я прошлой ночью стоял вахту с Воловицем, и чуть со страху там из-за него не рехнулся. Воловец тоже напугался, давай нести чушь про ход сержанта Джонса, который пропал без вести в джунглях. Может, это как раз Джонс и его ребята в тех ящиках плывут домой, как и мы. Я успел заглянуть, и господи, там все было, как парень в порту говорил. Ящики так расставлены, все укрыты флагами, опрятные такие. И сам правда Джонс его упокоили с честью. Дядюшка Сэм никогда не оставит. Он сделает все, чтобы все мы... А, ясно, и все закончилось. Ну да, назад. Вот так вот, он писал-писал, и его жахнуло. Шкафы, можно осмотреть, чтобы оттуда кто-то вывалился? Нет? Ну вот, ну тут может быть на койках сюрпризы. На койках сюрпризы, осматриваем. Секретики всякие, крысы могут быть... Крысы-монстры. Опа! Картина! Зомбарь убьет Алекса. Нет, Олсен убьет Алекса. Вот это да. То есть мы с ними еще пересечемся. Угу. Это видение мне сделали для того, чтобы я это предотвратил. И как я это предотврачу? Не знаю. Давайте изучим еще. Еще я вот хожу, изучаю, не, ничего не подходит. Так. Ладно, вот тут идем вперед, дальше. Пока больше ничего нету. Пока реально вообще ничего нету. Так, ну ты заходи. Так, вот тут пошли эти узкие стены. Тихо. Это я взломал текстуры, да, это я сейчас так неправильно сделал. Ладно, пошли дальше. А чё ты не идешь? Сейчас, наверное, Алекса схватят. Его будут бить. Лбом. Сейчас рухнем. Так, ну я нацелил 2 пальца на клавишах мыши. VSD. По-моему, внизу что-то движется. Выключи фонарь, выключи фонарь. Дурак, выключи фонарь. Я готов все время жать пульс. Он возвращается.
Спрятаться, сказать Флис. Отношения обновлены. Но походу мы не спалились. Так, мы сейчас за нее, наверное, будем играть, да? Так мы ей сказали, ложись. Или она хочет ее скрутить, она профессиональный убийца-киллер. И что это было? Ее убьют. Где остальные? Ай-яй-яй. И у этого пистолет. Не ори, я пытаюсь услышать, что происходит. Я не ору. Заткнись. Я хочу узнать, где остальные. Главное, мы ей сказали, ложись, рискуя своими жизнями. Идем за ними. Не теряем их из виду. Да, какие-то у нас планы все не рабочие. Какие-то у нас вообще что планы. Мы делаем? Мы же шли за ними. Нельзя подходить близко. Так, мы их обгоним. Хочется верить. Так. Я справлюсь. А, все, ты один пойдешь. Алекс, главная палуба. Так, мы должны это как-то предотвратить, потому что мы видели это видение. Ну, кстати, первые два видения, они не сработали. Ну, вот так вот, если честно. Так, ну, Алекс более смелый, он не хромой, как бы, я теперь за него не боюсь. Ну, кроме того, как его голову будут бить об железо ржавое, ну, а так нормально все. Так, что-то вообще ничего не светится, чтобы я мог провесить кнопкой мыши. Никакого секретика. Что это? Так, ладно, пошли. Я, правда, тоже изучаю тут. Сейчас может крыса пробежать. Труп упасть там, я не знаю. Да ты не поворачивайся так. Ай-яй-яй. Страшновато, если честно. Ой-ой-ой. А, у меня мурашки пошли. Вот так вот, никогда не играл. Так, а ну-ка я свечу. Не, ничего, все в порядке. Надо иногда сворачивать с пути и находить секреты. Не, нету секретов. Какие-то... Вроде секретов 50, а я нашел только 3 штуки, и то я все обследую четко. Погоди. Мы здесь уже были. По-моему, нет. Нет, мы на кухне не были. Я тебе говорю, Алекс. Да мы на кухне не были. Бросьте, надо идти дальше. Так, нож. Ржавый нож. Ржавый нож. Эй, осторожнее. Сейчас не время херней страдать. Классный нож. Неплохая может быть и компенсация для этих уродов, сейчас? Застрелить я их не могу, но хороший удар острым ножом тоже сойдет. Надо взять по-любому. Вдруг понадобится, он мне не нужен. Вдруг понадобится. Курс изменен. Получены достижения круче всех. Мы просто берем нож, мы его не применяем, мы его берем, знаете? И курс изменен, то есть он может теперь нас не бить головой об стенку, мы теперь можем его пырнуть ножичком ржавым. По-моему, это мы сейчас хорошо сделали. Не зря вот это исследуем, давайте еще вот это обследуем. Эй, на один секрет. Сегодня по графику мясная запеканка. График нарядов по кухне. В какой-то момент время как будто... Мясная запеканка, это у нас какой сегодня весь день? Корабль перестал работать. А я не вижу мясную запеканку. Подождите. Тушеная печень, гороховый суп, хлопья. Какой-то вторник самый ужасный. Хлопья, гороховый суп. А вот в понедельник бекон на гриле, картофель. Жареный бекон, яичница, тушеная говядина, говядина на кукурузном хлебе, холодный ростбиф с салатом и острой свеклой, жареная баранина с картошкой и морковью, тушеная фасоль с соленой свининой, жареная картошка, вареный палтус с картошкой, вареные яйца. Хорошие у них обеды, кстати, были. Мне кажется, в армиях СНГ такое не подают. Вот тут надо... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну нельзя, я уже ж пожилой как бы. Ну нельзя так тревожить меня. Труп. Мышь. Господи, боже. А я хоть к этому был готов. Что там? Ничего, посмотрим. Посмотри, то есть. Фу. Иди посмотри. Ого. Да. Но это... Откуда она нашла вот эти все штуки, дрюки? Вот где крыса их нашла? Ну, знаете, 45-й год и 2019. Ну, как бы уже, знаете, очень много лет прошло.
чтобы оно так все держалось. Или мы не в этом, не в современности. Да вроде в современности. Сейчас труп вылезет. Суп дежур, мадемуазель. Супчик дня, не желаете? Ты умеешь готовить. Да ладно, расслабься. Шутки я прям вовремя. Я просто пошутил. Так. Ну мы ножик взяли. И мне кажется, что это будет очень хорошо. А это еще что за... столовую. Это, кстати, очень даже логично. Прежде чем куда-то идти... Что это? Так, ноутбук. Ну, не тот ноутбук, это, в смысле, книга записи. Открывай. Давайте почитаем. Вот тут даже много. Мы в моде совсем не... Это 18-го, а то было по 21-го. Ну да. Сегодня вечером кормили не совершенной бурдой, но все лучше порошкового омлета, который был на завтрак. Бррр. Не сомневаюсь, что коки изо всех сил стараются сделать из того, что есть что-то съедобное. Клянусь, я готов убить за свежую еду. Дома первым делом выпью большой стакан холодного молока. Почти во всех американских газетах... писали о той дне в Филадельфии. В голове не укладывается. Мы плыли на край земли, чтобы сохранить мир в нашей стране. А дома тем временем люди убивают друг друга на улицах. После таких новостей хорошо бы выпить пивка, но капитан запретил спиртное. Видать, придется ночью считать овец. Так. Найден секрет. Дневник. Вот это да. Ребята устроили в одном из грузовых трюмов соревнования по борьбе. Я выступил неплохо, но Вагнер меня в конце концов одолел. Я пошутил было, что его надо дисквалифицировать из-за размеров, но куда там? Такого только толпой и завалишь. По крайней мере, ест он точно побольше остальных. Суббота, 21 июня. Я уверен, что груз, который мы там везем, как-то связан с пропавшим отрядом. Кажется, им командовал сержант по фамилии Джонс. Груз мы нашли примерно там же, где пропал во время войны его отряд, ушедший в разведку. Все говорили, что Джонс везде видел выгоду. Он услышал легенду о зале со статуями из чистого золота, построенном тысячи лет назад для маньчжурского ребенка императора. Говорят, что эти статуи прокляты, но это полная чушь. Не знаю, нашли ли солдаты золото, но из разведки никто и не вернулся. Может быть, как раз сейчас они возвращаются домой. А что, есть еще? А нет, все. Нет, все, идем назад. Да я сказал, идем назад. Вот так вот. Прям секреты, все-таки находим секретики. Находим секретики, ножики, картины. Не, все-таки, мне кажется, я максимум все обследую, хотя я очень рискую своим сердцем и нервами, и всем остальным. Еще одна картина. Вот это, да? Еще одна картина, друзья. Что она нам даст? Бреда воткнут нож. То есть в Бреда воткнут нож. Интересно, тот нож, который мы взяли? Стоп. Или нет? Что-то не так. Что-то не так. Что? Что это было? Здесь кто-то есть. Был ведь, ну, какой-то... Все, начинается бред. У меня ножик. Вот тебе нож. Пошли дальше. Вынь да положь. Я точно что-то видела. Движение какое-то. Пошли отсюда. Соберитесь, наверное, просто крысы. Просто крысы. Крысы. Наверное, это просто крысы. Никого надо нет. Надо ее сейчас успокоить. Не смейся надо мной. А, то есть она обиделась. Я думал, наоборот, ее утешить, а она... Особенности обновлены. Спокойствие, где себя? Хитрость, энтузиазм, остроумие... Зато с Жулией у нас все повышено. Круто, повышаются отношения. Мы уже были. Я помню это место. Мы ходим кругами. И что делать? Развернуться? Мы все это уже видели. Хватит, Джейк. У нас нет выбора, да? Я как-то это не помню. Сейчас жахнет. Короче, нет. Это явно не мой вариант. Что? Мы пришли именно вот сюда. В жутких часовнях. Вот это да. Мы пришли именно сюда. Привидений не бывает. Тут жутко. Привидения тут бывают. Тут мерзко и жутко. Надо убираться отсюда. Ну все, нас сейчас убьет. Отлично, так чего же мы тут торчим? Ай-яй-яй. Мы пришли именно в основной источник распространения вот этого газа, который этот корабль весь уничтожил. Давайте посмотрим, тут хотя бы Джонс. Эй, тут имя написано. Бриттон Картер. И что они здесь делают? Не думаю, что они планировали навсегда застрять на корабле призраков. Ну да. Какая разница, кто секрет? Они и откуда? Они мертвы, а табличка мы на гробе. Пусть так дальше и будет. То есть мы секрет нашли, это гениальный секрет. А это что, безымянный? Ты что, открывать собрался? Подожди, открывать.
Открывать мы будем уже в следующей серии, ну его. Давайте на следующую серию оставим экшен, все-таки мы там взяли ножик, нашли много секретов и думаю, пока хватит. Фух. Ну я перепугался за эту серию. Ну а с вами был Сергей Пушков. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также вступайте во все группы в социальных сетях, подписывайтесь на Инстаграм, на Steam Куратор, будьте в курсе игрового мира. Ну а с вами был Сергей Пушков. Всем пока-пока.